Трагедией закончился хоккейный матч между любительскими командами на ледовом поле дворца в Радужном. Во время игры скончался один из хоккеистов-любителей. Еще на ледовой площадке Виталию Зимину стало плохо. Его увели в раздевалку товарища, где он и умер. Причиной смерти хоккеиста стал отрыв тромба. По словам друзей Виталия, на сердце мужчина никогда не жаловался. По всей видимости, хоккеист страдал тромбозом вен. При таком заболевании больной может даже и не знать о своем недуге. Сильная нагрузка на сердце во время игры как раз и могла спровоцировать отрыв тромба. Мужчине было 34 года.